Друзья, всем привет! Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня 7 апреля 2018 года. И сегодня начинается мой 19-й восстановительный день после 30-суточного голодания. Я решил изменить рацион свой. Значит, во-первых, то, что утром я решил употреблять только кефир. Вот кефир, стакан кефира, значит, проросшее зерно, вот перемолотое на мясорубке. Далее нут прокрученный, значит, вот тоже на мясорубке проросший. Вот, но учитывая, что его уже сейчас заканчивается, у меня там настаивается, проращивается другой, к вечеру я его уже прокручу, остальное будет снова больше, чем полбанки. Вот, ну и мед. Вот это то, что утром я после воды 0,5 литра через 20 минут, вот это завтрак. Вот, больше я не завтракаю, ничего не кушаю. После этого, значит, я ванну принимаю, горячий душ, потом холодной водой обливаюсь. Вот, и вот этот процесс уже закалки, я начинаю входить снова во вкус вот этого сочетания обливания горячей и холодной водой. Вот, и мне это очень нравится, и я после голодания восстановил вот этот процесс. После этого я проделал сегодня упражнения все свои. Значит, 5 тибетцев по 21 разу сделал. Далее отжался на кулаках 16 раз. Приседания с гантелями по 7,5 килограмм. Общий вес получается 15 килограмм, двое гантелей. Значит, тоже 16 раз присел. Ну и все упражнения для бицепсов, для трицепсов там и так далее. Все вот эти все упражнения с гантелями по 16 раз проделал я. Вот. А вечером, ну не вечером, где-то часиков 5, перед ужином, за час где-то до ужина, я проделаю планку. Ну, учитывая то, что сегодня еще плюс к тому последняя великая суббота, она называется Страстной субботой, это последний день перед окончанием Великого Поста, перед Пасхой, так как Великий Пост разлился 48 дней. Учитывая, что я тоже верю, в общем-то, что высший разум есть, существует какой-то, кто управляет всем этим миром. Вот, одни называют Богом, там, другие Творцом, третьи там Аллахом. Вот, высший разум какой-то есть. Есть, который, в общем-то, что-то мы все равно существуем, так как мы единая энергетическая частица всего этого мира, Вселенной. Вот, мы единая энергетическая, и каждый имеет свою энергию, каждая частица, каждый предмет. Вот. А в общем это все составляет единую энергетическую систему Вселенной, Земли и далее Вселенной. Вот. И я тоже решил сегодня, значит, учитывая, что по традиции там не рекомендуется сегодня, но то, что я выдержал, не употребляя все вот это время, не употребляя ни пищи, ни соли, не употребляя 30 суток пищу, не употребляя, так потом остальное время восстанавливаю. Только я питался овощами, фруктами, зеленью, не используя при этом ни животные, мясо животных, там, ни птицы, вообще мясо никакое, ни рыбу не кушал, ни жиры никакие не употреблял. Вот, соль, там, алкоголь, кофе, вино, ничего, это все исключено было. Вот. И я, учитывая, что вот сегодня тоже рекомендуется отказать от всего, значит, горячего приготовленного, там, вареного, значит, вот я, свежей, здоровой пищи, вот, значит, я тоже решила сегодня не употреблять вареную пищу, вот, а только буду то, что приготовлено непосредственно из свежих продуктов. Значит, ну, вот сейчас уже период обеда, значит, вот я буду, вот такой винегрет сделан здесь, все, значит, свежее, за исключением, ну, вареная свекла, вот. Две штучки свеклы сюда, прокрученные, вернее, притерки протертые. Вот остальное все, в общем-то, свежая зелень здесь,
огурцы, помидоры там покрошены меленько, потом яблоки натерки, через мясорубку, морковка, капуста мелко нашинкованная. Все вот это смешано и лимоном, сотом лимона придал вкус вот этому всему. Вот далее, болгарский перец, значит, сегодня кушаю. Стебли сельдерея, вот порезал так вот, это на обед у меня будет. Вот. Ну и в течение дня тоже, плюс еще то, что я сейчас после всего вот этого, я вот скушаю инжир, значит, вот, и орехи. Вот, вот это тоже, значит, сегодня в обед я скушаю. Далее, в течение дня, естественно, что черемшу там и так далее, я лук зеленый, вот банан, киви, яблоки свежие, апельсин. Это все буду в течение дня я кушать. Вот, и на ужин, в общем-то, тоже я буду придерживаться уже, чтобы после 18 не кушать, то есть стараться, чтобы 18 часов я закончил, 18-18.30 закончил этот процесс. Вот такие планы. Ну, а учитывая, что все-таки Пасху, завтра Пасха, но мне нельзя, яйца по-прежнему нельзя есть, так вот, нельзя мясное есть, еще я должен выдержать, это завтра будет у меня 20-е сутки восстановления, еще я 10 суток мне надо выдержать, вот это не употреблять ничего, ни мясного, ни соль, сахар там и так далее, хлеб белый, вот, и учитывая, что я не могу Пасху даже, вот, хотя купил вот пасочку, вот, я пойду освящу ее, вот, но через 10 дней только буду кушать, попробую что-то такое, вот. На завтра я решил приготовить все-таки еще, может, что получится с меня, домашний хлеб там по рецепту на кефире. И вот, друзья, учитывая, что мне хлеб, в общем-то, магазины я не хочу употреблять, но для того, чтобы пойти со своим осветить что-то приготовленное, хлеб свежеприготовленный, здоровый хлеб именно, и немножко скушать его завтра, вместо Пасхи. Вот, я, значит, решил приготовить, там, по рекомендации моей племянницы Леночки, которая в Херсоне живет, вот она порекомендовала мне, я, значит, стакан овсяной муки беру, стакан кукурузной муки и стакан ржаной муки. Вот, вот это все я перемешиваю, значит, и 2 стакана кефира, с 2 стаканами кефира. Вот. И делаю с него тесто. В принципе, добавлять там ингредиенты можно, значит, кинзы немножко, щепотку, так, потом шафрана, 1/3 чайной ложки, вот у меня рецепт здесь записан. Вот, далее, ну, соль я не буду добавлять, значит, куркумы 1/3 чайной ложечки и 3 чайной ложечки корицы. Также семя льна у меня есть и кунжута немножко, и плюс тмина. Вот это все я перемешаю, вот, и поставлю в духовку, значит, сейчас при температуре там 180-200 градусов в течение часа, вот, ну, маслом растительным смазать там поддон, вот, и попробую приготовить то, что получится у меня. Я впервые вот это делаю, но попробую приготовить. Вот. Сегодня, друзья, на улице погода прекрасная. Сейчас я вот пообедаю и пойду буду до вечера на улице находиться. В общем, на свежем воздухе я буду заниматься. Там есть у меня вопросы, которые необходимо, ну, естественно, не работать сегодня, а там просто... Значит, погода прекрасная, где-то около плюс 15 градусов, где уже ходят там раздетыми. Вот, ну, я посмотрю, легонечко оденусь, вот, в общем-то, я уже не чувствую, что организм мой переохлаждается. Значит, вес мой сегодня.
Так, вес сегодня 74,950. Это получается 73,950. Это получается по сравнению с вчерашним 73,700. Значит, на 250 грамм. Вот за эти сутки я прибавил. Вот, ну, талию замерял, талия, объем талии тоже 95 остался. Вот, вот это теперь период вот этот. Мне надо жестко контролировать прием пищи. Вот, то есть лишнее, я вам вчера говорил уже, что я израсходовал где-то лишнее, употреблял, вернее, где-то в течение дня грамм 400 лишнее от каши съедал, гречневой каши, допустим, или, какой, или гречневой, или молочной. Вот 200 гречневой, 200 молочной, вот так вот сочетание. А надо было всего лишь съедать наполовину меньше. Вот, ну вот, кратко, друзья, о том, что сегодня о своем 19-м восстановительном дне я вам рассказал. Значит, упражнения делал прекрасно, вот, энергии полно и с удовольствием делал. Так что, друзья, до завтра. Всем удачи!